Вот книги все-таки читать безопаснее. А буквально через день, в четверг, в наш город приезжает Дениска, тот самый из Денискиных рассказов Виктора Драгунского. Гостем Центральной городской библиотеки станет сын писателя Денис Драгунский. Денискины рассказы – классика советской детской литературы. Их главному герою слава того самого Дениски не помешала пойти по стопам отца. Денис Викторович Драгунский – писатель, публицист, филолог, драматург. Он выпускник филфака МГУ, занимался журналистикой и политической аналитикой, возглавлял редакции журналов. И как отец писал рассказы. Активно издаваться начал в конце 2000-х. Сборник «Микроновелл. Нет такого слова» в 2009 году вошел в список премии «Книга года». У Дениса Викторовича более 30 книг, среди которых сборники рассказов, публицистика, романы. На встрече с гостями Клинской библиотеки он представит две из них. Роман «Автопортрет неизвестного» и сборник рассказов «Соседская девочка». Это свежее издание этого года. Конечно же, мы больше будем говорить о литературе. У него интересные, необычные рассказы. И поскольку это будет 14 февраля, одной из тем разговора будет взаимоотношение мужчины и женщины. Мы сейчас приглашаем клинчан, во-первых, прийти на эту встречу, пообщаться напрямую с Денисом Драгунским. И еще хочу пригласить задать интересные вопросы автору. Могу сказать, что самый интересный вопрос будет награжден книгой с автографом Дениса Драгунского. Итак, в этот четверг в 18:00 всех жителей округа приглашают на встречу в формате «Писатель в городе». Беседу с Денисом Драгунским будет вести Клариса Пульсон, литературный критик, независимый книжный обозреватель, главный редактор проекта «Книги моей жизни». В это время будет организована прямая трансляция на площадках губернской библиотеки в социальных сетях.